Можем же. Бэтмена. Руку добыли. Руку добыли. Вначале подаешь руку, потом спрыгиваешь. Вот так, да. Только спину ровно держишь. Примерно так, да, ты угадала. Руки вытри. Точно у нас была вот эта фигня. Сейчас я совмещать пытаюсь. Над чем работаем? Вот это была же штука у нас. Показалось мало. У нас вот эта штука была, она не шла. А только, которая нам досталась, вот это вот. Помнишь, была, да? Да. Она не шла. Потом было здесь совместить эти две штуки. Вот сейчас над этим работаю. Получается, например, вот такой вариант. Тут как бы единственное, что, смотри, мы тут начинаем спиной к зрителям, да? Ну, к зеркалу. И как бы поворачиваемся лицом к зрителям, все правильно, да? А в этом раз нам придется начинать лицом к зрителям, вот почему, смотри. Мы делаем вот это вот. Поворачиваемся лицом к зрителям, вот, видишь? Угу. И молодцы. Но слот склевили, все равно слот стал перпендикулярно. Блин, да что так потеешь? Нервы не в порядке, да? Нет, я пью много воды. Пей меньше воды. Это неправильно, с точки зрения диетологии. Да у тебя масса-то, тебе в два раза меньше, чем мне надо пить. Куда тебе пить много-то? Ты мне прочитал, что надо пить 2 литра и пьешь. Я не пью 2 литра. А? Я не пью 2 литра. Тебе литр мало. Сегодня было жарко, я много пила. Я понял. На самом деле не кончилось. Так, давай, что у нас там еще было? У нас там очень много планов. У нас было много планов. Вот такую позу. Ну, у нас планы были в основном на кувырки. На кувырки. Вы мне прислали вот такую позу. Партнерша висит за шею, а там может вот так, другая вот так. Нет, прямая.
То, что мы делаем, то, что делал медведь, что ли? Да. А это что, я не могу понять? Ну давай пока пошлифуем то, что было. Например, березка у нас клевая. Вот сейчас сама себя увидишь внизу, когда я тебя оставлю. И ты увидишь, как ты березки, чтобы поправить там позицию. Видно, да? Ну так и лучше, только это как-то сильно даже. Вот так тогда надо. Вот. Зеркало не лишнее. Опять ты потеешь, блин, потеешь, ну перчатки одеть. Куда она смотрит? Так, значит, у нас еще было спор по Бэтмену, куда спрыгивать. Мы как бы разобрались, да, на ногу. Да. Оставим на ногу. Вот по этой фигуре, на самом деле, там, то, что мы сейчас делали. Пистолет? Ну вот пистолет, а потом за голову держу тебя, за ногу вниз. Он как бы выпрямляет ногу, она повисает на своей руке, на талии, и он держит за ногу. Я думаю, так не удержишься. Но если а сейчас мы так делали? Таз сниму, ты на тазе здесь сжала. Да. Я думаю, так не удержишься, поэтому, наверное, оставим. Ну сейчас попробуешь, если хочешь, можешь ли так удержаться или нет. Но мне кажется, что нет. Да не прыгай так сильно. Хорошо. И вот смотри, он убирает ногу вот так вот, вводит руку, потом берет ее за талию, и она просто переворачивается у него вот так вот. И становится в красивую позицию. Одна нога у нее назад. Она делает такое колесо. Нет, она вот так падает, куда? Колесом в эту сторону падает, и красиво одну ногу ставит назад. Вот, по-моему, вот это вот. А, вот так? Да, вот так она. И он потом ее такой выводит. Та-дин! Вот, типа как-то вот так. А потом мы еще посмотрим это видео. То есть есть два варианта, что таз остается на ноге, и он таз скидывает. Так, вот эти наши прыжочки. Сейчас посмотришь, что у тебя получается. Давай ближе встань, чтобы тебя было хорошо видно. Так нормально будет видно? Вот простой прыжочек, смотришь на себя, присаживаешься, ну блин, наполовину. Да нет, ну так можно, конечно, но так круто. На самом деле просто ты лицом ко мне. Просто ножки. Вот, да. А потом я тебя, оп, и ты шаг назад и выход. Хорошо. Теперь маленькие ножницы. Смотри, как бы, я тебя еще не посадил. Посадил, да. Не посадил. Не, просто... Ну, упор в руку-то. Еще больше в руку, вот. Еще мне придала вертикальное положение. Вот, почти. Не сползла. Потому что мы медленно делаем. Да? Там она сразу прыгает. А. Я просто дай посмотреть, как ты сидишь. То есть вот она села, оп, на другую сторону. А, да. Здесь на самом деле факты сидения просто нет. Есть спор, и лучше пришел. Спасибо. Стой. Ага. Я сам уже неправильно делал. Типа вот так мы танцуем, танцуем можно. А потом опять неправильно. Ладно, делаем полностью, чтобы уже вспомнить фигуру всю.
Сейчас видно, хорошо ноги пошли, да? Прямые, большой размах. Прямые, большой размах, да. Да, вот так вот. По рукам, да, вот так вот. Все, понятно. Сейчас отдохнем. В общем, короче, сейчас мы еще это попробуем. Все, то, что у нас есть. Ты посмотришь на себя в зеркало, там, чтобы тебе озаботиться уже, что там неправильно. Если ко мне какие-то претензии, неудобства, ты сразу говоришь, что... И потом уже... Может, если останется, новое еще поделаем. У нас были еще большие ножницы танговые на другую ногу. Из американки, типа. Вот, и ты тут, я тебя держу, ты откидываешься, видно, да? А потом я тебя ставлю, ты дын. Ну вот, да. Только ты осталась переплечена ногами, никуда не пошла. А нужно подойти. Ну, видимо, быть готовой выйти из фигуры, а не остаться. Видимо, не надо, когда ты спрыгаешь, ноги перекрещивать там на ногах, потому что тебе трудно выйти потом. И как ты потом выйдешь? Тогда ты в другую сторону пойдешь. Ну вот давай еще раз. Ты дым? Ты дым? Вот и ноги остала прямые, как бы. Во-первых, кого-то можно убить, во-вторых, там, по-моему, согнутый, и из них легче. Потому что нога выпрямляется, выкидывается. И вторая выпрямляется, выкидывается. Там как? Вот они согнуты, потом вот так. Обе согнутые, по-моему. Ну, ты как закинула их. А можно, ну, можно, только когда вот такая толпа, ты не сможешь. Смотри, что делается вообще. И что, вот я пытаюсь тебя вывести, и что? Как зомби, труп такая, такая повисла. Чего? Ты когда это самое, закончилась фигура? Смотри в зеркало на меня. А так, как тебе смотреть надо? Лицом в зеркало стоять. А ты меня так не увидишь, да, боком как-то. Вот такая. Ну смотри, смотри в зеркало. Ну. Вот такая. Я повисла. Я так повисла. Должно быть. Как зомби. Ну давай все поделаем сейчас, все поделаем. Допрыгивание прямое осталось. Колбасу надо вот посмотреть, вот вообще, что с колбасой происходит. Так, как тебе прямое допрыгивание тут? Так, вот так ты запрыгиваешь, да? Вот так запрыгиваешь. Значит, вот отсюда я тебя завожу. Поздно спрыгнула. Ну чуть-чуть. Ну по замаху еще нормально нет. Чуть-чуть раз. То есть ты когда уже тело остановилось, стало спрыгивать. А там как идет? Вот тело выравнивается. Я одновременно спрыгиваю. И когда уже почти дошло, ты уже спрыгиваешь, ну чтобы ноги, вот оно еще пойдет, а ноги отойдут уже. Thank you.
нормально. Даже чуть-чуть позже можно было, незначительно. Потому что когда отпрыгнул, далеко получилось. Заметила, да? Ну я-то не рассчитывал, что так далеко полетишь, я бы тебя удержал. Ладно, нормально. Пойдет нам. Так, давай Бэтмена. Ну я вообще-то делал присаживание, подпрыгивание. Может, сейчас мало сделал. Вот в чем фишка. Смотри, ты тоже не торопись. То есть я тебя немного подкидываю. Блин, хотел это сделать. Перешагивание. Ну сюда не пошло. Забыл. А, значит, сейчас еще сделаем этот штурвал. Несколько раз ты его посмотришь. Что там еще у нас криво шло? Там на видео штурвал делает партнерша вот так ножки. Не вместе, а вот. Два варианта существует. Ты можешь особо попробовать, кстати. Существует два варианта, но для обоих я тебя должен поворачивать строго плоскости, как и я. То есть, если я тебя боком поворачиваю, это получается как матрица. Я тебе не прислал видео. Я тебе рассказывал фильм «Танец матрица», где она вот так ему... Ага, что-то не так пошло. Ага. Вот так он ее поднимает, да? А что так? Так, так. Наверное, так, так. Просто у тебя не растянуто, на мостик ты не становишься, наверное. Постепенно растянешься. Вот не, немного, да, не хватает. Она там прокатывается по спине партнера? Нет, он ее положил на спину, она ноги перекидывает и спрыгивает на другую сторону. По одной ноге, да. Вот смотри, он положил как мешок, как грузчик мешок на спину. Почти горизонтально. Или горизонтально. Она переносит ногу одну, потом другую. Соответственно, массу переносит сюда, она спрыгивает туда. Ну, увидишь. Конечно. Это же сальто. Ладно, делаем штурвал. Вот по руке, кстати, я правильно видел. Видишь, красиво получается. То есть на правую руку я тебя ввожу, на твою. Теперь ты хочешь попробовать ноги по очереди двигать или нет? Более, да. А вот ты же раздвинешь широко, нормально. Ну окей. То есть тогда я тебя немножко задержу в верхней позиции. Не-не-не. Я тебя задерживаю в верхней позиции, ты после этого ноги расставляешь и переносишь на другую сторону. Потому что если я тебя буду крутить все время, ты не сможешь делать это. Ну, если я тебя быстро кручу, как ты будешь раздвигать, сдвигать? Ну, вот смотри, крутится вот так вот, она не успевает. Вот, смотри, как надо. Вот так вот повернул, она тыдын, и он потом дальше тыдын. То есть вот, смотри, он повернул, задерживает, она раздвигает ноги, потом переносит сюда, и дальше сама уже падает. А можно вот так? Не-не, так, наверное, вряд ли.
Я тебе пришлю хорошее видео, и у Хлопкова есть, именно там, что она, по-моему, вверху раздвигает. Не, ну можно попробовать, конечно, но на самом деле можно пробовать любой вариант. Ты хочешь вот так вот именно с ноги внизу, что ли, раздвинуть? Ну давай попробуем, мне-то хватит, это легкое. Как-то не так, да? Еще раз пробуем. А как это выглядело, нормально? А? Как это выглядело? На видео есть, потом посмотрим. Я поэтому снимаю, чтобы тут, когда я стою против зеркала, стараюсь смотреть то, что мы не увидим на скорости, потом, может быть, на видео будет видно.